гуляю. По кустам ходим. По кустам. Хотели сесть на пенек, а там, там грязно. Думаю, здесь, в кустиках. Классно так. Сегодня вообще хорошо. И тепло, и ветер, и не жарко. Что для нас есть Алисгуд. Не жарко, да, Боня? Давай найди уже что-то интересное. Что стекавое. Ничего не хочет найти интересное. Ой, балдеж. Это моя любимая погода, когда не жарко. Идем. Погуляем. Мальчики, детки катаются на велосипедах. Такой ветер сегодня хороший. Вот как мотыляют. Не, камера не передает. Всего ветругана не передает. Страшно? Пошли. Дети на великах катаются. Нету друзей, Боня, ни с кем тебе погулять. Где все собачки? Никого нету, да? Никого нету. Ни Кнопы, ни Линды, никого. Ай-яй-яй. Будем сами. Пошли, может, еще кого-то встретим. Идем. Может, еще кто-нибудь выйдет погулять с собачками. А может и нет. Ладно. Тогда мы сами с усами погуляем. Стадион. Вот так. Сегодня деток встретили маленьких. Она любит деток. Говорю, Боня, осторожно, аккуратно, не прыгай. А ребенок услышал не Боня, а Афоня. Боже, мы так смеялись с этими мамочками. Они и сами дети начали смеяться. Говорю, кто-кто? Она говорит, Афоня. Боня, у тебя новая кликуха. Ты будешь теперь Афоней. Будешь плохо себя вести, будешь Афоней. Слышала, Александровна? Да, да, тебе говорю. Идем уже. Слышишь? Шпиц померанский. Идем. О, не спешит себе. Ой, как классно, ветерок. Мотыляется. Опять что-то нашла. А мы сегодня жарили... Что там такое? Запуталась? Жарили эти блинчики из кабачков. Кабачки на терке, можно на мелкой, но я на крупкой, на крупкой терке, на крупкой. Вот, потерла так их гарненько. Муки, соль, перец, сладкой паприки и все. И яйца. Все это переколдыбенить хорошо, чтобы все ингредиенты слились воедино. И все, и на маслице себе трах-бах пожарили такие вкусные блинчики со сметаной. Так наелась, иду дышать не могу. Думаю, боже, зачем этот последний был, 25-й был лишний. Детки. Где детки? Ну и радуется. А где ваша? Дома сидит? Понятно. Короче, сегодня использовала вот этот гель. Это от Ивраше Маноиде Таити. 200 мл здесь. Как пишет нам производитель, это гель для тела и для волосся. Брови кучерявые. Для волосся. Скажу сразу, обалдеть. Обалденный. Я попробовала волосы помыть, да, голову. Классный. Надо совершенно чуть. Я тут уже много взяла. Надо, ну, наверное, столовую ложку. Может, даже меньше продукта. Пенится. Пахнет. В основном, говорят, этот аромат на любителя. Такой интересный, неописуемый. Не знаю, как с чем его сравнить. Какой-то цветочный такой. Ну, тут и нарисованы цветы. Очень классный. Вкусно очень пахнет. Много-много пены. А как будут себя вести волосы, я уже вам расскажу завтра.
Сейчас. Завтра буду идти на автобус. Или бежать, или идти, не знаю. Так, что я хотела? А, у меня закончилась от Биленды мицеллярная вода. Я поставила в использование от L'Oréal. Для нормальной смешанной кожи. Вот, это был набор тушь и мицеллярка. Катя мне такую дарила набор. Тушью я еще пользуюсь. Сколько тут миллилитров? 200 миллилитров. Ага. Будем брови вытирать. Вот. Что я еще хотела набрехать? А, гуляли с Бонней, вот это сейчас вечером. И идет там собачник один. И такой, когда Боня была еще меньше, его собака была маленькая, то, видимо, нужна была социализация, потому что... Потому что их собака была дикая. Да, такая, шуганная. Шуганная, дикая, не такая, как у меня Боня. Боня у меня с детства социализированная к людям, к животным, там, к разным животным. Где мое полотенце? Короче говоря, идем мы такие, идем. У меня такая прям шапка. Вот, они раньше всегда к нам подходили, там, ой, ну, чтоб вот эта собачка, Норман вроде звать, чтоб он поигрался с Боней. Сейчас. Переделаем причухан. Чтоб он поигрался, чтоб он не боялся, да. Ну, короче, социализировался. Боня всегда с ним нормально, там, не кусала, ничего, наоборот, навстречу, все дела. Так, тоник. Тоник, какой взять тоник? Возьмем вот этот. Вот такой. От Ivroche Seba Pure Vegetal. Он идет какой-то для сужения опор, для проблемной кожи, 150 миллилитров. И тут мы такие идем, и я смотрю, что уже, ну, время прошло где-то, мы редко с ними встречаемся. Ну, и сейчас вот так начали как-то наши прогулки совпадать. И они так идут, и я смотрю, этот хозяин уже такой деловой, такой, раз так в сторону, раз так в другую сторону. Я такая думаю, боже, нафиг вы нам сдались, мы с ней гуляем, никого не трогаем. Нам, мы со знакомыми собачками общаемся, там, кто идет на контакт, общаемся, вот. А они такие раз, туда, сюда, туда. А Боня к нему скачет, она же его знает, эту собачку. А хозяин не дает, не дает. И такой, вот это сейчас идем, он такой, Норман, рядом. Я такая посмотрела, говорю, Боня, фу. Короче, разошлись. Как море, и говорю, Боня, фу. И такие деловые пошли. Я говорю, ты что, зачем тебе этот дрыщ? Нам такие женихи не нужны. А собака реально как дрыщ. Она такая повыше Бони, лапы тонкие, фигура тонкая. Называется лавретка, левретка, ларингетка. Ну, вы поняли. Собачники поймут. Лавретка, по-моему. Короче, охотничья. И он такой нормальный. Эта собака нормальная. Она уже, ну, социализированная. Все, он хозяин такой. Нормально. Рядом. Фу, пошли отсюда, Боня. Фу. Мы вообще не сюда шли. Тут, знаете, такие хозяева, да, когда им надо социализация, они идут на контакт, все, такие сюси-муси. Ой, пусть ваша собачка поиграет с моей, тю-тю-тю. А потом уже, когда не надо, уже такие... То я теперь, знаете, у меня такое уже предвзятое отношение. Я смотрю, когда идут, я говорю, все, Боня, пошли в другую сторону, не хочу. Все, не дружим. Дружим, у нас есть свои подружки. Линда, там еще собачки с соседних домов. И до свидания. Вот, вот как ждать, когда оно впитается. Жарко. Фу. Вот. Так что вот так. Знаете, так неприятно было. Такой... Короче, этот тоник должен немножко... О, уже впитывается. Он такой липковатой консистенции для проблемной кожи. У кого прыщи, какие-то высыпания... Вот этот Seba Pure Vegetal. Я его так экономлю. Он такой недешевый, да, продукт. У меня еще тут меньше половины есть. Я по чуть-чуть им так пользуюсь. Вот. И после этого тоника вот такая подруга. Называется
Заряд энергии от Нью, от Эйвона, Splash Уход, маска для лица. Продукт неубиваемый, хватит на год, на два. Если чуть-чуть наносить, как положено, он просто нескончаемый. И хорошо, и крем после него не нужен. Чуть-чуть вот этой маски нанесли, похлопали, размазали, и все. И красиво и легли спать. И ничего больше не хочется, никакой крем, ничего. У меня вот этот Ивраше стоит. Вот этот. Это дневной. Ну, я именно на ночь мажу. А тот еще ночной у меня запечатанный. То очень даже классно. Фу. То закончился у меня лосьон от Ивраше для тела. Какой-то он такой идет. Уже кинула в пустые баночки. Для змеиц ныне что-то там подтягивающий, типа там кожу подтягивает, там все дела. Вот, то я сейчас поставила вот этот от Encanto, нефритовый цветок и шелк, парфюмированный лосьон для тела, 250 миллилитров. Пахнет приятно, такой, я им как крем для рук использую после душа, после депиляции, ну такой нормальный. Не сказать прям вау, но мне нравится, хорошенький. Удобное в использовании, так себе, знаете, тлё-тлё, побрызгали и все. Так, ну что, я, наверное, не буду даже маску. Оно все липко, оно все еще такое увлажняющее. А насчет волос от этой красотки, да, для тела, это типа все берут его как гель для душа. Я не видела, чтобы кто-то использовал для волос. Но тут написано для волос. Я вам завтра расскажу. Буду скакать на остановку и расскажу, как с волосами, как они расчесываются и т.д. и т.п. Знаете, что это? Правильно. Это я собираюсь на работу. 2 литра воды. Мои стратегические запасы в денежном эквиваленте. Так, черный список. Это меня попросили такие аромат. Маск Аромания. Что-то у меня язык заплетается. Вроде ничего не это. Не употребляла. Туалетная водичка 30 миллилитров. Так, эти, друзья, 2 на всякий случай. Может, они мне не пригодятся. Я, если нападет на меня голодовка, я вечером их запеку в микроволновке. Так, вдоль разрезаю. Потом такие делаю надрезики, солю, масло и все, и микроволновку. А это... А это ямстью-мстя моя страшна. Это страшный сон для водителей автобуса. Да. Это я такие делаю сюрпризы. Вот. Такой я клиент. С работы еду, такую фигню даю и на работу. Угу. Тут у меня еще носки запасные. Салфетки. Так, тут что? Что это? А, бальзам для губ. Кстати, я думаю, где он делся? Угу. Так, все, это я завтра утром буду все складывать, проверю. Еще возьму творожок. Творожок это будет как основное. А баклажаны, если будет голодомор. Да. Слушайте, куда мне деть макулатуру? Вот это все полные коробки. Вот это, вот это, вот это, вот это. Здесь уже наполняется. Вот эти пустые. Это мне нужно будет для посылки отправлять. Эту я не отдам. Еще у меня в сарае целая куча макулатуры. Куда ее деть? Выкинуть жалко. Нигде никто не принимает. Блин, не знаю, что с ней делать. Девушка, вы уже что, спадки легли? Что это такое? Что это же мы тут улеглись на одеялке? Поспать, да? Все, правильно, уже 10 час, уже всем пора спать. Да? Гретуха на окошке улеглась. Там еще дети гуляют на улице. Да? Ты здесь? Ага, уже руки маме целуешь? Конечно. После пылесоса ты уже хорошая девочка. Вот такие блинчики из кабачков. М? Вкусно, но мало. Знаете, что встала? А услышала блины, что я жую. И что? И что, голодающие? М? Ты такое не будешь, я тебе предлагала. Ты у нас не травоядная. Ты хищный зверь, да? М? Пошла.
Куда пошла? Что ты за мной опять следишь? Идем корм кушать. Пойдем? Нет? Ну тогда все. Доброе утро, страна. Красота. Собаки лают. Там, наверное, бонька разрывается. Что насчет волос? Этого геля для волос и для тела. Ну, неплохой. Можно сказать, больше плюсов, чем минусов. Из минуса только то, что надо использовать какую-то масочку или бальзам, или кондиционер после него. Потому что волосы плохо расчесываются, да? Из плюса все остальное. Шелковые, вымытые, приятно пахнущие. В принципе, мне понравилось. Можно использовать даже как шампунь. Выкинула мусор сразу. Ой. Люди стоят на остановке. Ждут автобус. Боже, эти собаки, как лошади бегают. Он стоит. Это капец, страшно. Надо опять с собой пистолет носить. Вот этот отпугиватель. Сейчас, наверное, будет автобус, что-то долго нет. Так что вот так. Шампунем можно пользоваться. Вот этим гелем. Все, я уже подхожу к работе. Будем працювать. Так что всем тоже удачного дня. У кого выходной, у кого рабочий. Всем пока-пока. До встречи на Эльбе.